Как вам пейзаж? У нас утро. Доброе времени суток, друзья. Это 7 утра у нас. Даже еще, наверное, 7 нету. Да, без 15:07. Мы только проснулись. Вернее, я проснулся, вышел. Не могу не показать вам эту красоту. Как же здесь хорошо. Солнышко, посмотрите, какая погода. Нет ни одной тучки. Абсолютно нет ветра. Полное противоположное вчерашней погоде. Абсолютная противоположность. Вчера был ветер, тучи, холодно. Сегодня, ну, такое впечатление лета, смотрите. Сегодня 20 сентября. 20 сентября, погода чудесная. Мы продолжаем отдыхать, мы на Голубых озерах. Это Украина, Лиман, бывший Красный Лиман, сейчас просто Лиман. Как же здесь хорошо. Еще немножко сейчас позавтракаем, побродим. С металлоскателем выйду обязательно. Но это будет на другом канале, на Мишка Журавлев, кладоискатель. На этом пляже я уже был месяца полтора назад. Ну, посмотрим еще. У меня всегда такой. Если я на пляже, обязательно нужно металлоскатель взять, обязательно нужно пройтись. А пока чудесно. Мы на базе Дарьи. Ой, хорошо здесь как. Ну, озеро, вы сами видели, это просто сказка. Вот здесь мы живем. Я тоже это показывал. Людей абсолютно никого нет. Единственное, вот здесь люкс номера. И вон автомобиль стоит. И это, в принципе, все. Больше здесь на базе людей нет. Вчера там сидели немножко. Ну, видать, просто приезжали, снимали беседку. Чудесная погода. Просто сказочная. Вот такая она база. Вот там номера. Без кондиционера, без ничего. Там по 300 гривен. Ну, абсолютно не жарко летом. Он там не нужен, деревянный домик. Там хорошо. Там вентилятор стоит, хватает его. И то им редко пользуются. Это я спрашивал, даже узнавал. Там два душа. Вон там туалет. Межо. Два больших коттеджа. Это в этом году построили. Люксы. Беседочки. Номера с кондиционерами, такие, где мы живем. Вот, в принципе, и вся база. Раньше здесь был кемпинг, палатки ставили. Ну, сейчас уже, в принципе, понятно, не будут ставить нигде. Везде стоят кое-где так местами вот такие столики с лавочками. И там отлично, смотрите. Мангалы есть по всей базе. Да, в принципе, есть. В принципе, есть видео на канале про Дарью. Я полностью обходил, показывал, так что продолжаем отдыхать здесь. Вот такой небольшой есть минус. Туалеты чистые. Ну, не буду я вам показывать, но поверьте мне, там убирается все чисто. Ну, единственный такой небольшой минус, там не унитазы, а такие, знаете, дырки. Для пожилых людей, наверное, будет не совсем удобно это. А так, в принципе, как по мне, нормально. Мне, нам нормально. Ну, более старшему поколению, может быть, будет некомфортно. Вот такое здесь есть. Умывальничек, кухонька. Если кто-то... Вот там дальше мы возьмем лодку. Вот кафе там есть. Ну, в общем, я показывал про это. Вот такой здесь умывальник. Кухонька. Два умывальничка, микроволновочка, электропечка. Ну, в общем, как-то так. Водичка есть. И то хорошо. Титуля, привет. Привет. Ждем друзей. Вон они едут уже. А мы сейчас тут припаркуем, да? Да пусть тут или вон сзади. Да нет, я думаю, это будет удобно. Да где хотят. Вот и друзья наши.
Тра-та-та, тра-та-та. Здрасте. Здрасте. Можешь задницей ко мне, можешь вот там, где места хватает. Только Мэри убери, слышишь, чтоб не это. И Мэри встречает. Иди сюда. Мы еле нашли, заехали. А, да? Да. Ну, теперь будете знать. Она вот это кругами. Саня, стой, забери ее. Томаса привезли. Ну, если не на кого оставить котика. А Мэри охраняет. Все. Ай-яй. Мэри встретила друга. Да, а ну покажи, Том, красавец. Ну ты красавчик. А Мэри нервничает. Мэри, не нервничай. О, вот так. Мэри, Том тебя съест. Смотри, он два раза больше, чем ты. Мэри, все, сопровождение. Что вы тут без нас проделали? Скучали и все. Я даже не знаю, что тебе рассказать. Все, вот у них рядышком номер, точно такой, как у нас, налево, только двухместный. Вот наш направо, а этот налево. Тоже там и кондиционер, все остальное. Все то же самое, только нет такой полуторки, как у Мишки. Миха, поздоровайся. Миха еще дремает. Ну да, время только полдевятого. Фильм смотришь? Да. О, зарядилась мой аккумулятор, это хорошо. Сейчас другой поставлю. С экшн-камеры. Вот, у них то же самое, такая же кровать. Все то же самое в номере, холодильник. Все, кроме вот этой полуторки, как у Мишка спит. Мэри Тома дождалась. Мэри Тома ждала. Там Саша встречает, Мишки там наши. Ну, конечно, как же. Свои уже практически. Пока девчонки там завтрак готовят, мы уже с Александром сейчас как рыбы наловим. Вот туда не пойдем, где вчера были. Там этих репяхов, как я уже рассказывал. Вот здесь пляж. И вот тут с краю. Буквально рядышком станем. Людей все равно никого нету. А если даже кто-то будет, тут рядышком можно. Никому мешать не будем. Дно здесь, конечно, смотрите, какое чудесное. Вот. В общем, ставим удочки, забрасываем. Нас потом позовут. Мишка сменит, будет рыбачить, а мы пойдем позавтракаем. В общем, ставим удочки. Класс, тепло, отлично. Так вот, смотрите, друзья, покажу вам. Одна удочка вон поплавок плавает. Это на толстолобика все-таки, ну, забросил. Думал не забрасывать. Ну, если есть насть, почему бы и нет. Две шурика удочки на карасика. Вот это стоит карповый монтаж на волос, зеленая удочка. А эти две, дальний заброс, это на карасика. Мишка рыбачит. Ты покушал? Да. Миша покушал, теперь мы пойдем перекусим. Шура уже пошел, побежал прям, есть хочет. В общем, позабрасывали, половим. Поймаем, не поймаем, будем отдыхать просто так. Ничего страшного, мы в принципе не на рыбалку. Мы на отдых приехали. А рыбалка это так. В удовольствие. Погода, во. Конец сентября. Вернее, вторая половина. Великолепно. Так, что у нас сегодня на завтрак? Показывайте. Суп с ребрышками. Суп с ребрышками. Уточка запеченная. С яблочками. Так, не хватает... Не хватает на столе, я знаю чего. Опа. Вот что не хватает. Где? Вот она. Пока... Что, ничего? Есть? О, Миха карасика поймал. Мы пока там завтракали, я даже он бросил, стол несу. Мишка вон карася поймал, сейчас вам покажем. Запипикала. Молодец, сейчас я подойду. Все, сейчас подойду. Миха. Красавчик. Такой, да, хороший, ладошка. Здесь ладошка. Такие стандартные карасики. Ну, я свою больше, меньше, чуть-чуть меньше. А, надеюсь, Сашину? Да, она. Миша уже вторую, даже вон удочка лежит. Вот белая вот эта лежит. Да, я понял. А она тут тоже клевала? Да.
Смотри, клювала наша. Ничего не вытащил, да? Короче, Мишка, пока мы тут завтракали, Мишка тут рыбак. Красава, Миха. Респект тебе. Да. Молодец. 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 Мишка сходил. В общем, смотрите, друзья. Подожди. Я вам покажу, что именно сегодня, пока мы завтракали, что Миша поймал. Смотрите, два карасика. Вот они. Ай, сейчас достану. Телепаются. Телепузики. Помнишь, раньше была такая передача? Или ты не... А, ты достал такую? Вот они, короче. Два карасика. О, раз. И теперь Мишка вчерашние, что мы ловили. И сейчас выпусти туда, пускай немножко поживу, да? О, нормально? Все, молодец. Все там. Разуйся, зайди так, поправь хорошо сеточку вот эту. Сапет наш, садочек для рыбки. 95 рыбок. Да. Да, мы на жареху сейчас поймаем обязательно. Дальше. Тяни. И там груз сзади, Мишенька. Сзади на веревочке грузик. Там сзади грузик, Миш, на самом конце, на веревочке. И вот грузик дальше туда. Опа, и все, чтобы оно было в натяжечку. Все, красава. Спасибо тебе, Миха. У Михи... Я сейчас окунусь. Покупайся? Да. Ты что? Ты будешь. Я не буду, точно. Ты не будешь. Короче, у Мишки две рыбы. Капец. За сегодня. Всю рыбу. Одну на дядю Сашину удочку. На новую, кстати, на новую удочку обновились. Дядя Саша только-только купил удочку. И одну на нашу, на дальний заброс. В принципе, рыбки одинаковые. Что далеко бросаешь, что близко. Класс. Вот, да. Ой. Потом Мишка будет бросать тоже. В общем, друзья, смотрите, рыбы мало, а прикормка уходит нехило. Значит, что сделаем? Сейчас возьмем опять же, что брали вчера, чесноковый карась. Высыпаем уже остальные полпачки, что осталось у нас. Вот так. Сейчас гейзер сюда добавлю. Добавлю пшена, которую мы сделали. И еще добавлю, вот смотрите, меляса, она же меласа. Анис. Да, разбавлю с водичкой и добавлю эту прикормку. Сейчас покажу, что у меня получится. Ну и за основу пшенную кашу возьмем. Вот она. Мишка нам сейчас поможет замесить, да? Угу. О. Давай, Миха, замешивай. Вот так размешивай, так ручками, так чик-чвак-чвак-чвак, все полностью. Такая каша. Ага. Пупыристая. Давай. Такая она должна быть. Рыбачок сегодня две рыбки поймал. Мы еще не одной, а Миха уже две. Красавчик. Давай еще остальное добавлю. Ну что, друзья, пока Мишка еще кашу... Ты же даже чуть больше поймал. Да, ну это чуть такая, длиннее. Да, чуть побольше карасик. Чуть это уже я вытащил только что. Да, Миха? Я просто кашу. Счет у нас 2-1 в пользу пока Мишки за сегодня. Мишка кашу месит до сих пор, замешивает, а я карасика вытащил. И главное, клюнул на чистый пенопласт, без всяких добавок, без червячка, без опарыша, просто на пенопласт. Скажи? Ага. Ну давай. Вот так снизу бери, чтобы однородная масса была. Молодец, сынок, молодец. В общем, друзья, ловили мы рыбу, и тут пришли наши девушки. В общем, ставим стол. Накрывают, да? И начинаем хороводить. Все, села колонка. Есть? Нет? Ну, карасик. Саша клюнула.
И, кстати, удочка совсем-совсем под берегом. О, ничего себе маленький. Ничего себе. Давай. Это карпик. Это карпик. Хороший карп. Шура. Так это карп, это не карась. А ты говоришь, ничего себе. Санечек, поздравляем. Это карп. Молодец. Мариуполю привет. Не надо, я понял, не буду. Друзья, у нас очередной карасик, такой стандартный, чуть-чуть больше ладошки. О, смотрите, красавец. Мишки нету, Мишка ушел, только-только ушел, хотел так сам тянуть. Пришлось мне. Вот. Что, есть, Мих? Есть. Идет что-то? Такое чувствуется, как тяжело. Тяжело? Может, я так кручу. Ну, не спеши, не спеши. Ну, крути спокойно. Хорошо клевало у нас. Давай, давай. А ну, тяни, 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 тяни. Есть или нет, Мих? Есть, есть, карасик. Да. Это стандарт, ладошечку. Все, выводи. Смотри, дядя Саша. У нас карасик. Да, чуть побольше, чем ладошка. Ну, нормально, поздравляю, Михон. Молодец. Миха, давай. Ну, есть что или нет? Да. Ну, как ты чувствуешь? Это тяжело? Ну, нет, легко. Легко, значит, ничего нету, Мих. Значит, есть, Миха, скажи, есть. Есть. Так есть или нету? Не, ай, Миха, ничего нет. Ну, все, 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 у Мишки клюнуло, но ничего не зловил. Ну, ничего, сейчас перезабросим. Ты сейчас сам перезабросишь, Мих. Давай. Короче, у нас есть мельчаки. Сейчас будем рыбу так руками. Давай. Мэри. Мэри в шоке. Скажи, ничего себе. Миш, не брызгай на маму. Заходи уже. Да, да, да. 20 сентября сегодня. Мы, короче, карасей наловили уже. На жареху хватит однозначно. Покажем в конце вам всю нашу рыбалочку. Давай, плыви к маме. Да ныряй, Михон, ныряй. Вот это же. Ветерок такой дует. У нас тут столик. Мрюша. Сейчас Мэри к вам идет. Мэри пошла к вам. А, Мэри воды пошла пить. Мих, заходи. Сейчас у меня пленка уже закончится на телефоне. Давай. Вот он, друзья. Я его ждал. И, наконец-то, я дождался. Вот он, вот это мега-карась, можно сказать, ух ты, здоровый, здоровый кабанчик, клюнул, все-таки он клюнул, смотрите, если так брать, вот ладошка, вот это карась, это карасище, класс, только что вот, вот такой, друзья, практически, ну не трофей, конечно, но такой крупный, крупный карасик. Есть, Мих? Кажется, даже, наверное, нет. Или маленький. Ну, может, маленький карасик, они такие здесь стандартные, с ладошечку. А, нет, есть. Есть, есть, да? Есть, есть. А, Миха тянет. Да. Есть карасик. Да, да, да. Небольшой, друзья. Ну, такие здесь карасики. О, с ладошечку. На сковородочке вкусные-вкусные. Красава, Миха, респект. Поймала, нет? Да. Свет очистит рыбу. Свет очистит рыбу.
Что такое? Ой, чуть не укусил меня. Кто? Давай. Нашла карася? А ну покажи. Вот такой карась. Блин. Ну смотрите, друзья. Вот такой карпик у нас. И вот такой здоровенный карась. Время 8 утра. 8 утра. Посмотрите, какая красотища. Какое озеро. Ветра нет совершенно. Не шелохнется ничего. Смотрите. Водичка немножко упала. Дождей нет. И вот такая она. Чистая вода. Сегодня понедельник. Рыбаков нет. Вон на лодочке стоит один. И все. Вчера много было рыбаков с той стороны. Позавчера. А сегодня нет. Наловили рыбы 17 штук, 17 карасей и одного карапчука. Не смог вам показать, сел телефон полностью. Ну, немножко не доглядел. Ну ничего страшного, сейчас покажу уже в жареном виде. Вчера кушали, даже не все пожарили, конечно же не все. Сегодня сейчас будем кушать, завтракать. Обязательно вам сейчас покажу. Ну как здесь чудесно, это просто... Целый день рыбалка вчера была. Целый день отдых. Сегодня продолжим. Сегодня последний день, кстати. Сегодня мы уезжаем. Ну ничего. Получилась суббота. Воскресенье. Сегодня понедельник. Отлично. Вон, машина стоит. Там рыбачит, значит. Подъехали. Классно. Песок здесь такой приятный. Фракция мелкая-мелкая. Кафешка, наверное, уже не работает. Да, конечно, не работает. И в кафе тоже, смотрите, песок. Интересно так. Столы большие, стулья. Все из дерева. Ну, что-то стоит, ну, вряд ли уже. Чтобы оно работало. Хотя, мало ли, может и работает. Если попросит, откроют. Класс. Людей никого, кроме нас. И наших друзей. Больше никого здесь нет. В Люксе были, жили люди, но уехали вчера. Вот такие дела. Вот, а ну покажи, или а это мясо, а рыба там, а ну пойдем, а то я вчера сел телефон и не показал. А где? О, это карасики. А сколько штук, говоришь, было? 17. 17 штук, ну да, я ж так и говорю, 17. Карасей и один карапчук. Вот такие карасики с ладошку. Но они вкусные на жарех. Светуля, привет. Доброе. Какой, я говорю, чудесный день. Смотри, ничего, ни ветерка, ни облачка. Тепло-тепло. Ну, хотя с утра, да, так не совсем тепло. Но как для конца сентября, то просто замечательно. Мэри, привет. Дядя Саша, доброе утро. Где Миха? Привет! Привет! Выспался? Да. Ну, молодец. Мэри бегает. Что, завтракать будем? Да. Давайте. Мэри со мной. Мэриуша на солнышке греется. А я кофе с утра. Это кайфули. Ой. Титуля. Спасибо тебе за кофе. А что там, супчик? В общем, завтрак сейчас будет. Сейчас позавтракаем и на рыбалку. Все гонят меня на рыбалку.
Иди быстро, говорит, забрасывай удочки. Столько наловили вчера. А что, всю пожарили рыбу? Нет. А, даже не всю пожарили. Морозилку положили. Молодцы. О, вот это да. Здрасте. Ничего себе. Хорошо. А классы. Сетку поймал. Спасибо большое. Вот это да. Это не ваш сотрудник потерял карточку-то? Ну, значит, отдыхает. Отдыхающий, да, можно выставить куда-то. Это Даша приезжает. Да, да, да. Спасибо. Да, вам спасибо. Спасибо. А ну покажи. Какие красавцы. Смотри. Класс. Угу. Мэри. А ну дай Мэри понюхать. Мэри, чтобы только за нос не хабнул. Ты шо? Я какие здоровые. Угу. Миша, покажи. Миш. Миша. Я какие-то на принесла. В общем, утро начинается интересно. Сейчас мы их сварим, Маленького хоть и. Да зачем он нужен? Он умрет. Ага. Ничего, пусть дохнет. Ну как это пусть дохнет? Здрасте. А Мэри? Мэри, вон они. Антон. Папа, сейчас я Антону. Смотри, что Мэри это... Занос я не призанул. Не надо, говорю. Что там, Мэри? Что, Мэри? Раки? Смотри, сейчас тебе занос. Мэри, а что такое? Мэри, раков никогда не видела, конечно, скажи. А, шо? Мэри, показать тебе раков, да? Вот не надо, не доставай, а то он их... Мэри, смотри, что... Ой, я сыкливая. Накрой, накрой, потому что сейчас носом еще туда всунется, дурында. Мэри, стой, дура. Все, уйди. Все, зовут завтракать. А вы что не сели? Садимся, проходите туда. А, мы туда, хорошо. О, карасики, вкуснятина. Меленькие такие, сладенькие, вкусные. Так, пьянство убой, мы не пьем. И не пили, в принципе. Ой. Мы снова на рыбалке. Сейчас буду ставить удочки. Время около 9 утра. Сегодня, смотрите, замесил. Больше нет у меня чеснока. Вчера всю пачку израсходовали. И сегодня шоколад. Шоколадный. Сладкий запах будем ловить. Здесь... перловку добавил. Добавил крупы обычной. Вот. Пустой крючок был, да? Ну, кормушка почти. А. Точно. Вот это ты даешь. Да, я думаю, закинул. Ну, видишь, вот это так и было. Я понял. Вчера. Ничего себе. Ну, первый, да, я даже не успел еще разложиться. У Сани уже рыбка первая. Я еще удочки не стал, только... А Миха уже тянет. Миха в Пикачу. Пикачу-рыбак. Пикачу-рыбак. Есть, есть Миха, карасик. Карасик. Смотри, Мэри сейчас поймается на крючок. Мэри тут тоже. Молодец, Миха, поздравляю. Е-е-е, красава. Карасика. Ну, стандартный, с ладошку. Ничего, сейчас дядя Саша нацепит. Отлично. Сегодня хорошо? Совсем нет. А ну, сними бомбу какую, покажи. Вот, вот, вот перед тобой. Ага, сняла. Сегодня совсем нет... ветра. Ветра, ну чуть в сторону, чуть ближе. Сегодня совсем нет ветра и очень классно. Огонь. По батареям. Пали. Ну, не мега дальний. Ничего не пристрелялся. С утра. С утра, да. Ну все. Ну, помощница наша. Ну а как же, Марюша. Куда же без нее? У нас девушки тоже ловят. И посмотрите, какая крупная. Ого, вот это карасик. Опа. О, ой-ой-ой. Вот, смотрите. Да нет, 400 нет, ну.
все равно даже больше ладони моей. Хорошенький такой. Нестандартный, здесь стандартный чуть поменьше. Светочка фотографирует. Опа. Светуля. Светуля вытащила карасика. Только что я отлучился. Ну, молодец. Ну, а вообще... Да. А, отправил фото, да? Ну, а вообще тишина полная. Да. Вообще не клюет. И будем потихоньку сматывать удочки, собираться. В общем... Сегодня клёва нет. Сегодня понедельник, не рыбный день. Да, вторник, четверг рыбные дни. Все, сейчас сматываемся, а потом уже и продолжим еще немножко. Ну, не клюет, не клюет. Вот и все. Да, Ми? Да. Ничего себе, Мишка мне помогает. В общем, несем мы удочки, снасти. За собой весь мусор убрали. Ну и, в принципе, и мусора не было. Ну, пару стаканчиков, салфеточки. И идем домой. Смотрите, база пустая. На базе никого. Мы тоже сейчас будем собираться и будем ехать уже домой. Сейчас пообедаем. Кушать хочешь? Нет. Понятно. Он сейчас... Мы его потом не достанем. Он... Мы хотели приехать. Ой, вот экономим. Да не буду. Не надо. Вы это сама когда хотели приехать, когда... Мэри, Мэри. Ну, с работы, потом... Не получилось, да? Ну ничего, в следующий раз. А мы, может, еще на следующую субботу приедем. Приехали. Погода хорошая вроде. Так, ну уже абы как складываем. Дома уже разберусь. Все, друзья уже уезжают. Мэри, Мэри, провожаешь? Мэри провожает. А мы тоже собираемся и будем ехать. Все, давайте складываемся, складываемся. Постель. Как всегда, Мишаня постелька. Мих, будешь ехать дремать. Мэри солнечные ванны продолжает. Ну, в принципе, мы уже все собраны. В принципе, будем уже трогаться. Мих, давай, по коням. А, поилочку возьми его. Вот она за дверями здесь. Ну, выливай. Прям там выли, она высохнет. Выливай прям там, ничего страшного. О, все. Мэри, ты что, остаешься? Поехали. А, ты моя красавица. Давай. Все, побалдела на солнышке. Иди залазь в машину. Давай. Устала отдыхать, небось. Мэри, ты еле-еле идешь. Набегалась уже по песочку. По пляжику, да? Оп. По-другому никак. Вот видите, как зеркало стоит. Плотненько. Ну все. Мариушка. Вот так, иди ко мне, иди. Моя. Моя хорошая. Заходи. Все, проверили? Ничего не забыли? Где-то у меня тут ключи были. Я даже машину не закрывал. Честно. Все стоит рядышком. У нас вон сигнализатор свой. Мариуша. Ну и все. Все, Мишань? Да. Так что подписывайтесь обязательно. Колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить, куда мы поедем. Обязательно вам покажем все, где будем. Ну а пока выезжаем с базы. Ну и, соответственно, будем до следующего видео прощаться с вами. Тут песочек такой. Ну, нормально мы выедем. Уже не первый раз. Вот это да, вот это выехали. Застрял. А мы же обычно вот там выезжаем. Нет, чем? Я так и выезжал. Да ничего, сейчас выйдет. Ничего себе, вот это концовочка. Сейчас мы глянем. Ну, немножко подкопались. Так. Хорошо, да? Нет, не то, что хорошо. Не совсем хорошо, но сейчас выйдем. Песок очень, слышишь? Да? Песок и такой, да, и вроде его и... Знаешь. Ничего себе. Вот тоже.
вроде бы, что тут того песочка, да? Все, 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 выезжай. В общем, вот такая у нас концовочка. Экстрим, экстрим. Застряли в песочке. Все, до свидания. Большое вам спасибо. Мы пока, еще приедем. Девочка. Еще приедем. Пока. Тайсон гуляет. Все, пока. Пока. Все, мы выезжаем. Все, пока. Подпишись. Подпишись вот сюда. На вот этот.